знаете, что за актовым залом? Аппаратуры валом, но нас туда не пустят, чтоб там что-нибудь не пропало. Ну а даже если пустят, то бывает всегда, что после наших репетиций помещению что? Пизда! Нас преподы не любят, нас выгнали со школы за пьяные дебоши и другие приколы. Мы план курили на уроках и всем делали подлости. Вот так проходила наша вечная молодость. А Сергеич игроков, факов от рычагов. Сергеич игроков, факов от рычагов. Еще бы соло гитарист, но он сейчас на винте. Ему сейчас, короче, вовсе не до рэперских тем. Мы потом нашли другого, но он получил по шее, потому что у него была склонность к завышению. Еще солистка с нами пела, что училась на год младше. Она тащилась очень от барабанщика нашего. Постречалась с ним примерно месяцев 5 или 6. У них все эти действия потом вошли в привычку. Она одна была против, чтоб нас со школы выгонять. Ну, учителя все знают, что географичка кто? Сергей!